Всем привет, дорогие друзья! Мы играем в какой-то доисторический мир. Вроде как, приветствую, молодой вождь. Сейчас я научу вас охотиться. Ну, давай, научи охота. Этап первый. Вот эта свинюшка вообще. Это мир лилипутов каких-то. Можно пожрать прям на несколько недель. Хотя мясо-то быстро портится. Самое важное — это повышение уровня солдат. Казармы. Отлично справляется, я буду помогать вам и дальше. Давай. А, братан. Ох ты, нифига себе, они зафигарили их. 130. О, косточку дали. Выберите животное. А, теперь можно разводить, выращивать их, да? Ну, пускай выращиваются. Бой. Твой. А, нифига себе. Мы другое племя зафигарили. У вас будет достаточно так, чтобы создать нового или пожелать нового солдата. Ну, давай. Чи-чи-чи. А, теперь у меня и дальник есть. Уху, Ты мечтала о меня. Та-та-ра-та-та-та-ра-та. Ну все, погнали. Охота. А, смотри-ка, я думал один. Тут видишь, сколько их. Никто не умирает у меня. Еще ракушка. Фига себе. Улучшаем. Улучшаем. Ближний бой вообще самый больший улучшаем. Ближний бой вообще. Так. Грамотно использовать типа солдат даст вам значительное преимущество в бою. Так, поменять надо. А, почему? Вот так вот что. О. Подожди. Почему я их поменял, но все равно мы деремся против. Так, охота. Ну-ка, давай-ка, если так. Так это просто все равно на них пойдет, да. Хотя в итоге все равно никто не умирает. Уху, забрали. Теперь другое стадо животных. Это кто? А, свинюшки. Забрали. Так, что мне надо теперь? А, мне надо жратву улучшить, да? А, улучшить нас. А что такое? А, это мои принадлежности. Так, улучшаем. Так, так, это уже ближник. Дальников тоже можно улучшить, ничего страшного. Так, подожди, здесь что-то еще мне можно забрать. Собрать. Одну тысячу. Так, этап большой. Ну-ка посмотрим. Блин, все равно, видишь, середины бьют. Блин, надо как-то вот, может... Знаешь, как я думаю? Надо... Ага, первая цель. Ух ты, 10. Нифига себе. Ух ты, еще нового чувака создали. Нифига себе. Давай. А, теперь стало вон сколько их. Прикольно. Так, теперь улучшить надо, да? Ух ты, давай это лучше улучшим. Тоже лучше, да? Блин, так-то зашибись сейчас. У нас просто жесткий. А, вот еще тоже лучше, да? Дополнительные два человека. Так. Ну, пока мы просто охоту фигарим. Все, у нас здесь ближний бой. А, вот дальники. Вот. Теперь будет и с дальниками, и ближником. Ух, эти кощи какие-то, знаешь, грустные такие. Ну, ладно. Блин, а что, кстати, нельзя... собрать или не собирается. А, она автоматически может собирается. Так, давай 4,5. Ой, давай-ка улучшим опять чувачков. О, давай дальников. Охота. Ух ты.
Еще место появилось. Давай вот так уж все сделаем. А это пока допекут. Собрать. О, теперь новое животное появилось, даже два. Так, все, храм. Приносит животное в жертву, повысить уровень храма и число ресурсов, которые... Так, а что надо сделать? Аж вы открываете, когда у вас будет 9 взрослых. Ладно. Ага. Здесь все собираем. Тут 4 часа, тут 2, тут выращивание вообще какие-то. Так, тут что у нас? А, получить. Все, да? Все собрали, что надо. 6000 опять получаем кого-нибудь. Вот это получаем. Каждому по 10 уровню сделаем. Так, все. Бой. Погнали. Ух ты, да там даже не остался следа, пацанов. Раду ракушек. Ну, ракушки мне тоже важны, конечно, но ладно. Бух. Он такой бух. Дует, короче. Собрать 6,5. О, еще одни животные. Так, завершить еще одну главу. Так, совершить 13 этап. Ну, давай 13. Этап 12. Просто уничтожаем. О, собрать 300. Смотри, еще потрясающий фонтан. Давай еще кого-нибудь. Ого, это древние, они очень сильные солдаты. Вы можете поменять кого-нибудь. Ну, давай посмотрим, если улучшить. И на кого-то поменять, да? А, можно не менять, их можно сюда вот ставить. Они просто дальники жесткие. Пруф, ух ты. Пруф. Ну, не, они жесткие. А, у них... Случайно нажал, ну ладно. Собрать ракушки. Так, у них, короче, получается, я так понял... Нет, не надо мне пока сейчас ничего. У них, как я понял... Так, вот так вот, а то их сейчас начну бить. Суперудар, да? Какой у них суперудар? Ух ты, хороший. Собрать. О, получили яйцо, теперь надо его выращивать. По-любому выращивать, да? Открыть сейчас бесплатно. Да-да, бесплатно. Что это такое? Видите, на древнее яйцо и... О, вылез этот чувачок, который нужно улучшить, да? Да-да, может эволюционировать. И что у нас получится? Хоу. И знаешь, это похоже на... Покемонов. О. Так, здесь что, на 10 еще сейчас улучшим. Угу. Так, и забрали еще. Можно еще, конечно, улучшить. Можно до 10. Здесь до 10. Здесь, наверное, скорее всего, до 10. О, все до 10. В бой. Этап. Ух ты. Тут даже, знаешь, не особо что-то нужно. Эти даже, которые грустные, кидальщики ко мне даже не успели сообразить, что случилось. Давай. О, автовключенный. Саблезубый тигр. Сейчас по-любому заберем его, да? Эй, новые животные. Че, окаменелось? Можете отправить солдат на растопки сбора окаменелось. Давайте. Сейчас сколько возьмете? Зон типа. На час. Начало скобки.
И что у нас? Раскопки дали. Не знаю, что дали раскопки. Кости, конечно. Собрать тут еще. О, еще 300 можно. Какого мы? Горилл шанс повышен. Что сгорело? Фу-фу. Горилл еще есть там. А здесь что? А, тут яйцо выращивали. Ладно. Здесь что у нас? Взрослые. Ох, взрослые. Ух ты, каждый раз, когда животное вырастает, мощь солдата растет. Некоторые животные могут открыть особых солдат. Новый солдат. Ух ты. Вырастают. Еще вырастают. Тамагочи какие-то. Это какие там вырастают. А вот, смотри. Свин. Медведы-свин. Ну давай, в бой. Блин, так-то прикольно, конечно. Ух ты, суперспособный. Им даже шанса нет, по факту. Вообще шансов нет. Игрушка так прикольная, ребят. Если вам понравилось, конечно, я оставлю ссылочку в описании. С вами был Швиля. До новых встреч. Пока.